пиджаки, пиджаки обычно мне велики. Примеряю их в торговых рядах и теряюсь, как челюски на валях. И задача МЧС нелегка — вызволять меня из недр пиджака. Почему я не ношу пиджаки? В них становятся все мысли узки. Тянет думать о делах и деньгах и искать вину во внешних врагах. И к тому же я хожу босиком. Это сложно совмещать с пиджаком. Не носите никогда пиджаки. Все, кто носят пиджаки, мудаки. Все насилие и войны в веках возглавляли те, кто был в пиджаках. И нет наряда, словно ночней пиджака. Хуже только форма охранника.